Едем за ряпушкой. Начинается ход тряпочки. Посмотрим, как это будет на самом деле. Там сейчас мы не кидаем, потому что пересохла река. Жопа замерзла. Положи. Два.
Сразу поймали, сразу засолили. Тряпушка постоит 2 дня, 2 суток, и все, в морозилку. Захотел ряпушку соленую, с морозильника достал, нарезал. Достал, поймал. Поел. С водочкой, под селедочку. О, клево. Двое суток, рыба готова.